Почему во время готовки возникает ощущение, будто ты в аквапарке, и все брызги летят на тебя? Давай я. Твои руки. Я просто проверила, разогрелось ли масло. Все в порядке. И кто это там? Ух, я совсем забыла про тетю Мэри. Готовка на вас, а я поехала. Вы меня поняли? Отлично. Это же рецепт? Какой он сложный. Оу. Я пока нарежу овощи. Ой, лук скользит. А вот нарубить морковку намного проще. Или нет? Переходим к курице. О, я едва могу ее удержать. Картошка! Черт, вот это провал! Только не говорите, что... Кто-нибудь любит обугленную еду? Мама меня убьет! Ужин готов, вот мама! Кто это сделал? Ты сожгла курицу? Пахнет костром! Нам обязательно это есть? Но я не виновата, я ни разу сама не готовила! Оливия! Можно воспользоваться аэрогрилем, он возьмет всю работу на себя! Погнали! Включаем в розетку и готовим, как настоящий шеф-повара. Классно, правда? Предоставь это мне, настоящему профессионалу. Предварительно разогреваем в течение 5 минут. Выставляем температуру. Готово! А пока помоем овощи. И все нарежем. Вот теперь все получается как надо. Поварской колпак реально работает. Мы приправили курицу, и пора поставить ее в аэрогриль. Благодаря мощному нагреву получится хрустящая корочка, а мясо останется сочным. Вы только посмотрите, так аппетитно, что слюнки текут. Аэрогриль приготовит и овощи. Просто сложите их внутрь и установите подходящие настройки. Блюдо приготовится в два раза быстрее, чем обычно. Кому горячие овощи на пару? Это было так просто. Попробуем. Переходим к картошке. Я даже масла не добавляла. Ого, как быстро! Какая румяная, аппетитная корочка! Такой порции хватит на компанию от 3 до 6 человек. Поверить не могу. Эти блюда будто приехали из модного ресторана. Вы только посмотрите на эту курицу. Атмосфера тоже важна. Мы отлично справились, не так ли? Девочки, вы сами это приготовили. Это же настоящее новогоднее чудо. Подумать только, и все это из одного аэрогриля. С его помощью можно приготовить целый праздничный ужин. И все такое вкусное. Берите сколько хотите, тут на всех хватит. И не сомневайтесь, курица очень сочная. А все благодаря вам, девочки. Сначала я. Это же я вспомнила про аэрогриль. Разве? Кому добавки? Что-то мне подсказывает, что никто не откажется. Этот праздник просто нечто. Вот и ваш обед. О, этот салат выглядит аппетитно. И налетаем. Пресновато. Что-нибудь сыплется? Ну же, тут вообще есть перец. Вики, может, пора сдаться? Есть способ попроще. Тебя выручит соль. Просто потри солонкой вот об это ребристое колечко. Вибрация очистит дырочки перечницы. И вот уже перец сыплется в тарелку. Соль с перцем больше не будут для меня прежними. Лана, ты настоящий ресторанный эксперт. Так здорово, когда есть время присесть и насладиться завтраком. С целой банкой вкуснейшего джема. О,
А, эту крышку что, клеем приклеили? А! Почему ты не открываешься? А! Я же просто хочу перекусить! Вау, что тебя так расстроило? Это дурацкая банка! Видимо, нужно быть Халком, чтобы ее открыть. Мне кажется, тебе нужна помощь. Смотри и учись. Этот скотч – то, что тебя спасет. Оберни его вокруг крышки. Хорошенько приклей и потяни за конец. Не могу в это поверить. Спасибо. Наверное, ты ее немного ослабила. Или я сильнее, чем думала. А? Хочешь? Спасибо. Обожаю этот джем. Что может быть лучше обеда с любимым шоу? Боже, я так есть хочу! Здесь что, одни обертки? Серьезно? Лана, ты ешь слишком много сладкого. Извини. Ладно, мне пора. И что мне теперь есть? Здесь ничего. Нет. Бинго! Лана еще не добралась до печенья. Как же она будет мне завидовать? Оно такое твердое, что у меня зуб сломался. Секундочку. Мы что-то упустили? До того, как Вики откусила, она заметила, что печенье зачерствело. Да оно же твердое, как камень. Это есть нельзя. По крайней мере, пока. Мне нужен кусочек белого хлеба. Просто положите его вместе с твердым печеньем и дождитесь, когда печенье станет мягким. Скоро увидимся. Подождем немного. Эй, давай-ка я достану печенье. Помнишь эту банку? Может, печенье в ней и не самое свежее, зато точно мягкое. Видишь? Я гений, спасающий еду. Вау! Оказывается, у хлеба столько способов применения. Дай мне кусочек. Что может быть лучше пиццы в постели? О, да! Выглядит аппетитно! Но сначала включу видео. Вот так. Ну же, давай. Да. О! Черт! Что-то же должно помочь. Стой вот так, ладно? Серьезно? Это какой-то ужас. Жаль, у меня нет третьей руки. Может, задействовать ноги? Вот так. Ну вот. Я просто хочу смотреть видео и есть. Ну, скотч точно не должен подвести. Вы только посмотрите. Нет. Планшет упал прямо в пиццу. А, ответ все это время был под носом. Загните коробку вот так. И затем закрепите планшет зажимом. Видите? Одно легкое движение руки. И можно спокойно поесть, смотря классное видео. А если руки свободны, значит можно взять побольше. Так интересно. Не могу поверить, что это правда. Что ж, лучше проверю все сама. А ты руки помыть не хочешь? Ладно, а что она потом сказала? Солененькая. Кто-нибудь, дайте ей уже салфетку. От нее повсюду жирные пятна. Нет, только не это. Только не волосы.
Эй! Что? Какие же они грязные! Фу! Но если поблизости нет салфеток, придется что-нибудь придумать. Вот! И почему я сама не догадалась? Теперь руки останутся чистыми. Очень удобно, не так ли? Да, я себе тоже так сделала.